Друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И сегодняшнее видео я хочу посвятить теме потенция. И главное, поговорим о самых простых продуктах, которые действительно помогают мужчинам, у которых есть определенные проблемы с потенцией. То есть, если эти продукты будут в вашем рационе, никаких проблем абсолютно, да, с вашей мужской силой, с вашей потенцией, точно серьезных эти проблемы вас беспокоить не будут. Давайте сегодня поговорим на эту тему, потому что многие, конечно, рекомендуют продукты очень сложные, очень такие дорогостоящие, которые не каждый мужчина может себе позволить и купить. Поэтому давайте сегодня как раз разберемся в очень простых и доступных решениях и продуктах. Друзья мои, подписаны ли вы на мой телеграм-канал? Если вы еще не подписаны, первая ссылочка в описании. Переходите, подписывайтесь. И мы с вами завтра, 15 сентября, я выложу уникальное видео, уникальное, абсолютно бесплатно для подписчиков телеграм-канала. В этом видео я расскажу потрясающие продукты, потрясающие рецепты, которые вы можете применять ежедневно и получите эффект. То есть получите прекрасное сексуальное желание, получите сексуальную активность, повышенное либидо. То есть действительно продукты очень хорошие, очень потрясающие. Поэтому я каждого из вас жду. Обязательно переходите, подписывайтесь. Первая ссылочка в описании. Ну что, давайте разбираться. Какие же действительно есть продукты, которые очень хорошо и положительно влияют на мужскую силу. Ну, на первом месте давайте будем говорить про вообще сбалансированное питание. То есть сбалансированное питание обязательно должно быть. И часто почему случаются различные проблемы у мужчин? Потому что повышен уровень стресса, повышен кортизол, который, конечно же, негативно влияет на тестостерон, который негативно влияет на либидо в целом, на выработку цинка, селена и так далее. Поэтому стресс, которым нужно бороться, стресс нужно подавлять, а стресс подавляет, безусловно, в том числе, это хороший, правильный отдых. Но сегодня не об отдыхе, а сегодня мы поговорим о продуктах. То есть это продукты, содержащие витамин С. Большое количество витамина С действительно благоприятно влияет на мужское здоровье и на мужскую силу. Здесь продукты, содержащие витамин С, это любые цитрусовые, апельсины, лимоны должны быть в вашем рационе. Обязательно шиповник, чай с шиповником, отвар шиповника, что угодно. Обязательно киви. Киви необходимо просто в вашем рационе. И, соответственно, опять же, мы будем говорить про то, что эти продукты должны быть постоянно. Постоянно. То есть не надо брать что-то выборочно, да, то есть эти продукты должны быть на постоянной основе, да, то есть регулярно вы их должны употреблять в пищу. Соответственно, дальше, да, обязательно должны быть яйца. Яйца содержат огромное количество холестерина, огромное количество полезных аминокислот, да, микроэлементов, которые необходимы. Причем яйца вы можете абсолютно в любом виде, хоть и вареные, жареные, омлеты, яичницы, что угодно. Дальше, это зелень, огромное количество зелени. Причем овощи мы сюда же тоже описываем, да, то есть овощи также необходимы, овощи и зелень. Соответственно, по поводу овощей, это желательно цветная капуста, брокколи, соответственно, вот только мы берем цветную капусту, брокколи, обычную капусту, тыкву. Это все должно быть в целом в вашем рационе. Также обязательно должны быть тыквенные семечки. Тыквенные семечки содержат огромное количество цинка, селена. И мы с вами многократно говорили, что цинк и селен очень благоприятно влияют на ваш рацион в целом. Да? То есть плюс,
ко всему. Надо помнить, что предстательная железа – это гормон-зависящий орган. Поэтому и, соответственно, употребляя в своем рационе тыквенные семечки, мы хорошо как бы делаем пользу нашей предстательной железе. Это, безусловно, очень-очень важно. Дальше. Отвар овса просто крайне, друзья мои, необходим. Потому что печень – это один из главных органов, такой называется фильтр. Фильтр, да, наш. И, соответственно, этот фильтр активно работает, да, борется и, соответственно, с вырабатываемой желчью. Поэтому обязательно отвар овса необходим. Кстати, в своем телеграм-канале в видео, которое я выложу 15 сентября, я про это все рассказываю, да, уникальные рецепты, как готовить. Как раз мы будем говорить об обычных продуктах, которые очень сильно влияют на вашу сексуальную значимость, на ваше либидо, поэтому это все крайне необходимо, да, и это, конечно же, очень-очень важно. Следующее, и обязательно это все вы принимаете натощак до еды отвар овса. Дальше, как я сказала уже, шиповник, огромное количество, желательно большое количество овощей, зелени крайне необходимо. Ну и, конечно, надо нормализовать инсулин, то есть отказаться от мучного, отказаться от сладкого, это крайне необходимо, просто крайне необходимо. И, соответственно, если есть проблемы с лишним весом, также обязательно контролировать ваш вес, чтобы убрать излишки, да, то есть это диета, это большое количество воды, это, безусловно, отказ от вредных привычек, то есть это алкоголь, курение, да, какие-то вещества, то есть от них обязательно нужно отказываться. Дальше это, безусловно, чай. Чай очень хорошо влияет на мужское здоровье, на мужскую активность, очень хорошо. Поэтому чай крайне рекомендуется. Ромашковый чай, зверобой, мята, да, но мята только для женщин, друзья мои. Мята для мужчин противопоказана. Хотела вам как раз в этом видео напомнить, потому что знаю, что многие из вас любят прибавлять что-нибудь интересное, да. Так вот, мята негативно сказывается на мужском здоровье, так как вырабатывает огромное количество фитоэстрогена, да, которые негативно влияют. Поэтому сон здоровый, полноценный, крайне также необходим. Биоритмы вообще влияют на все аспекты вашей жизни, тем более, когда мы говорим про мужское здоровье. Эти все аспекты должны учитываться. Они очень-очень важны. Поэтому про это, пожалуйста, помните. Жду ваши вопросы, ваши мнения в комментариях. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также каждого из вас жду в своем телеграм-канале. Первая ссылочка в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь. И 15 сентября я выложу для вас абсолютно уникальное видео, поэтому каждого из вас жду. До встречи!